Итак, всем привет, с вами Найк, и сегодня мы начинаем с самого Майнкрафта, уже с моим никнеймом персонаж. Я выбрал такого персонажа, который... Так, куда зайти? Сюда лучше. Тут мне прикольно. Блин, короче, это у меня просто пробные версии были. Я могу просто вот показывать это. У меня тут вот эти чуваки есть, это по ножу. Я сейчас оденусь сам в нее. Железо я взял это. Как это называется? В кузнице. Блин, вышли. Нет, это что-то не то. Может, начать сначала все? А, нет. Ребят, реально, сейчас сначала начну. Итак, в общем, ребят, я создаю себе новый мир. Мой мир называется Мир Найк. И мне скоро на борьбу, так что я сейчас... Ну, это просто быстренько все сделаю. Так, тут вот сундучок открываем. Но я его вот так вот это просто сделаю. Топорик берем. Ну, это я так быстренько, чтобы все сделать. Да блин. И все, взяли все, что нужно. Побежали. Уи! 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 Так, где тут кузница? Еще возьмем в ней железо. Не. Чуваки, идите, сейте. Я тут просто наугад вам все вырываю. Да, это необычный какой-то мир, я так вижу. В нем все странное, слившееся вместе. Тут такая штука происходит. Да ё-моё. Вот пытаюсь дверь открыть, я открываю его. Вот тут этот дом, и тут это сейчас. Где тут кирка у нас? Открываю. Да ё-моё. Сейчас киркой сломаем. И вот тут, смотрите, другой дом. Чё, житель, тебе помочь? Отойди тогда. Киркой сломаю. Вон, выходи. Если там выход есть. Такие чудеса тут происходят. Теперь ищем кузнец. Опять слившиеся дома. Прям огроменные получают. На-на-на-на-на, сей. Тебе никто не мешает. На, сей. Все, молодец. Продолжу еще, когда приду после борьбы. Но это я второй видосик засниму. Вот тут вот я это все взял. Только там было железо побольше. Так. Вот это тоже берем. Яблоко на всякий случай, чтобы лошадь. Оп. Железку берем. Кирочку сюда. О, еще один меч. Ну, его тоже на всякий. Ой, дерево. Пригодится еще. Опа, 12 этого дерева. Ну и все. Так, в каком я тогда доме жил? Не в таком. Да, в таком. Я вот так вот там все сделал. Так.
Потом. Так, где эти пластины? У меня 20 штук. Все, беру вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, 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 вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Потом делаем. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блин. Чё-то не то делать начал. Забыл уже, как делать это все. Блоков зажать ничего не получает. Опа. Тут вот такую стоечку делаем для того, чтобы обслуживать покупателей. Так, стекло ломаем. Ё-моё. Стекло ломаем. Вместо него ставим вот эти вот блоки. И все. Тут потом можно поставить заборчик. Ну и все, я, это получается, заканчиваю видео, продолжу в следующей серии. Так, подождите, еще сверху крышу нужно сделать. Так, все, продолжу в следующей серии. Она, может быть, выйдет только сегодня. Ну и всем пока.